Работающий в бизнесе механизм – это не конвейер, да, не завод. Вот. Это люди, которые организуют это производство, которые участвуют в этом производстве, которые выполняют разные функции, необходимые для этого производства. Маркетинговые, финансовые там, и так далее. Вот. И в результате мы всегда имеем прибыль как показатель нашей эффективности. Да? Но если вы посмотрите, что насколько эта прибыль зависит от слаженности работы разных людей, да, раздираемых зачастую вот этими социальными играми, а в специальных исследованиях было показано, что топ-менеджеры компаний крупных тратят до 80% своего рабочего времени именно на эти социальные игры, вот, вы не можете не вспомнить, что наш мозг – это тот самый орган, который и производит вот эту нашу с вами социальную сложность. И способы улучшения эффективности работы компании, они в значительной степени лежат вот в этой нашей способности предотвратить, создать ситуацию, при которой возможность социальных игр минимизируется.